Под Одессой погибли молодые люди, которые спасали лисят. На берегу Хаджибейского лимана в селе Алтестово произошла большая трагедия. Из-за обвала грунта погибли молодые люди. Они пытались спасти свою собаку, попавшую в лисью нору. Как поделилась волонтер группы Safe Fox Мария Сабурова, парни гуляли за городом со своей собакой. Она сорвалась и погнала лису. Ребята поняли, что лиса увела собаку от норы, где были маленькие лисята. Парни вынули из норы лисят, которые выжили без мамы, и ночью повезли волонтерам. Поехали дальше продолжать раскопки и искать лису, маму и собаку. Судя по фото, которое опубликовал в Instagram хозяин собаки, они понимали всю степень опасности и действовали вполне профессионально. Они укрепили туннель деревянными балками и аркой. Однако глиняный свод обвалился. Молодые парни погибли. В рамках производства дело завели согласно статье 115. Умышленное убийство с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.